Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, Михаил. Как меня слышно, хорошо? Отлично, а меня? Вас тоже отлично. Приступим к собеседованию. Евгений, можно на «ты» сразу? Да, конечно. Отлично. Евгений, скажи, пожалуйста, как долго работаешь? Работал на протяжении некоторого времени, около полугода, да нет, даже больше на самом деле. Неофициальная работа, в общем, рекламировал сеть магазинов «Московская ярмарка», также в других работал, в общем, в интернете занимался рекламой, например, интернет-магазиновые игры, у меня был с рекламой таких вот проектов. Так, а сейчас как долго работаешь? Временно ищу работу сейчас. Угу. То есть на текущий момент нигде не работаешь, да? Да. Правильно понимаю? Угу. А ты вообще чем занимаешься? Я смотрю, 18 лет, студент? Вообще, да, учусь в государственном учреждении, в научной форме обучения. Угу. Отлично. Евгений, ну я сейчас хочу рассказать про наше предложение. Мы развиваем интернет-проект, интернет-магазин, и сейчас о нем с тобой поговорим. Как ты уже сам столкнулся с проектами в интернете, с рекламой в интернете. Интернет сейчас развивается у нас семимильными шагами. Уже он всякие покемоны появились, дополненная реальность, и не говоря уже о пополнении сотового телефона, интернета и так далее. И даже можно загранник, паспорт сделать через интернет, встать в очередь в магазин, в больницу через интернет. И мы также не стоим на месте, развиваем свой интернет-магазин. Мы работаем с хозяйственными товарами. Как любая компания, независимо от того, чем занимается компания, оказанием услуг или производством каких-либо товаров, любая компания в мире заинтересована в увеличении товарооборота собственного. Соответственно, чем больше товарооборот, тем больше прибыль, тем больше зарплата у сотрудников, тем, соответственно, все будут в выигрыше. Аналогичные у нас. Мы занимаемся созданием товарооборота, наполняем наш интернет-магазин как клиентами, так и партнерами, и с созданного товарооборота уже получаем порядка 10%. То есть за созданный товарооборот мы получаем 10%, это наше вознаграждение. Деньги у нас перечисляются ни на какие Киви кошельки, WebMoney, Яндекс.Денег, ничего подобного нет. Деньги перечисляются у нас на расчетный счет в банке, в любой банк, в котором удобно, то есть все официально, выписка из лицевого счета, справка о доходах, то есть с данными документами в любой банк можно обратиться для получения, допустим, автокредита или ипотечного кредита. Мы занимаемся хозяйственными товарами. Евгений, вот такой глупый вопрос. Зубы чистишь? Да, конечно. Конечно. Зубы чистишь, голову моешь, душ принимаешь, бреешься и так далее. То есть каждый человек у нас совершает эти же самые действия, независимо от того, какой сегодня день недели, какое время года, летом еще чаще все купаются, и независимо, кризис, не кризис, все будут продолжать чистить зубы. Соответственно, продукты, товары нашего интернет-магазина будут всегда востребованы. Благодаря этому и создается огромный товарооборот. Как быстро выйти на приличную зарплату, допустим, 20-30 тысяч рублей? То есть, соответственно, необходимо создать товарооборот на 200-250 тысяч рублей. Как быстро это сделать, все зависит уже от тех действий, от той скорости, с которой ты будешь работать. У нас есть люди, которые достигают данного результата уже за месяц, кто-то за 3 месяца, кто-то, например, как я, за 8 месяцев. Я как бывший полицейский, пока уволился, перешел в интернет, все это вник в курс дела, ну, чуть-чуть подольше. Кто-то за год, а кто-то приходит в интернет, как и на любой работе, имитирует буйную деятельность и ничего не достигает. Просто приходят люди потусить. То есть здесь нет никаких окладов. Все будет зависеть только от проделанной работы, от результата, который достигается уже нашим интернет-магазином. Обучение у нас за 3 года существования проекта построена потрясающая система обучения. Мы пока
сами обучались, покупали какие-то пакеты, проходили тренинги платные. Сейчас же мы заинтересованы не продать каждому нашему партнеру обучение, а передать весь свой опыт, все, что мы знаем, умеем, каждому партнеру. Ведь чем быстрее ты начнешь получать свою зарплату, тем быстрее и мы будем получать определенный процент от компании. Чем больше будет твоя зарплата, твой доход, тем, соответственно, и больше будет мой процент, который выплачивает мне компания. Соответственно, получается взаимовыгодный бизнес. Пока ты будешь, в случае положительного ответа, пока ты будешь обучаться, вникать в курс дела, мы будем помогать тебе и наполнять, соответственно, не только тебе, но и всем вообще партнерам, в общем говорю, наполняем интернет-магазин уже новыми людьми, клиентами, партнерами. Сотрудничаем мы с шведской компанией Oriflame. Слышал о такой? Да, видел, слышал. Угу. Евгений, вот сейчас все, что я сказал ранее об ведении бизнеса, интернет-магазина и о том, что ты раньше знал о компании Oriflame, есть разница? Вообще, наверное, знал что-то новое, но, в принципе, я с этой схемой уже знаком. То есть, знаешь, что помимо продаж с каталогом, беготни с каталогами в Oriflame, можно работать, зарабатывать еще на создании группового товарооборота? Да, слышал что-то об этом. Угу. А от кого слышал? Не знаю, вычитал где-то, возможно, или рассказывал. Это было давно, наверное, сейчас не вспомню точно. Ну, то есть на тот момент еще не заинтересовала эта возможность? Возможно, но времени тогда не было на такую деятельность. Угу. Ну, в принципе, вот если рассматривать данную возможность как источник дополнительного дохода, то достаточно 2-3 часов в день. Если рассматривать как, например, основной источник дохода, как, например, у нас с супругой, мы вместе работаем, интернет-магазин свой развиваем, то в нашем случае мы уделяем этому проекту время, как и на основной работе, то есть как минимум 8 часов. Но здесь все зависит от того, еще мы можем сами построить свой день, распорядок дня мы сами свой подбираем. Уходя из полиции, почему я уволился из полиции, мне необходима была свобода. Свобода действий, перемещения и, конечно же, ни от кого не зависеть. В полиции я такого получить не мог. После 4 лет работы я уволился. И сейчас мы можем вести свой бизнес, работая вообще в любой точке мира, имея с собой при себе телефон или ноутбук, как я сейчас разговариваю, с выходом в интернет. То есть мы не привязаны к какому-либо месту территориально. Работаем везде, где есть у нас интернет. Uh-huh. По поводу выплат рассказал, обучение рассказал. Какие вопросы на текущий момент? Есть вопрос. Во-первых, можно ли увидеть сайт компании? Так, да, у нас есть официальный сайт компании и есть наш обучающий сайт, то есть уже нашего проекта, в котором мы уже рассказываем о тех возможностях, которые имеются в компании Oriflame, о тех вознаграждениях, которые у нас участники, наши партнеры нашего проекта получают. Я сейчас эти сайты и обучающий наш, там он запароленный уже в разделах для новичка, для партнера, то есть уже это для наших зарегистрированных партнеров, консультантов. То есть общая информация там также имеется, и конкретно по нашей структуре. И скину тогда сайт компании Oriflame, но важно самому не регистрироваться на сайте компании Oriflame. Если ты сам зарегистрируешься, то ты попадешь абсолютно в другую команду, и, соответственно, мы с тобой уже дальше сотрудничать, общаться. Ну, общаться сможем, сотрудничать не сможем, потому что компания Oriflame строго следит за повторными перерегистрациями. То есть это запрещено, крайне запрещено, строго запрещено. Поэтому, если в случае положительного ответа, нужно регистрироваться именно уже под руководством наставника, человека, который уже пригласил в данный бизнес, чтобы попасть к нам в команду.
А период обучения сколько? Период обучения, все зависит от того, насколько уже первоначально человек у нас подготовлен, насколько хорошо владеет компьютером. То есть люди приходят с разным уровнем подготовки, знаниями. Есть люди, которые приходят и умеют только компьютер включить, но у них имеется огромный интерес к данной сфере, огромное желание достичь больших результатов. А есть люди, которые уже и сайты могут сами делать, и всевозможные YouTube-каналы, соцсети, все это во всем разбираются, все есть. То есть все зависит от первоначальной подготовки. У нас имеется обучение, разбитое на 3 школы. Каждая школа у нас идет по 5 дней. Но помимо данных школ, еще и ежедневно планерки, семинары, презентации, тренинги. А для новичков вот 3 школы созданы, то есть одну школу прошли, все проработали, задания выполнили, переходим к другой школе. И так постепенно, пока новичок первую школу, допустим, не пройдет, он, соответственно, ко второй не допускается, чтобы не загружать его и чтобы информация постепенно усваивалась, чтобы он лишнего ничего из уже другого раздела, так сказать, не воспринял, чтобы ничего у нее не перепуталось. Какие еще вопросы? Я сразу бы хотел рассказать о своих навыках в компьютерной сфере. В общем, я учусь на направлении информатика английский, являюсь программистом, владею компьютером на продвинутом уровне. Сейчас разрабатываю музыкальный проект WaveCall. В общем, это мобильное приложение будет на Android и iOS. Начал разработать, к Новому году планирую выпустить. А также создавал сайты, дизайн сайтов, дизайн групп ВКонтакте, презентации, и программы пишу так, по мелочи. Ну, в принципе, вот сейчас как раз озвучил большую часть того, чему как раз мы людей учим тоже. Как брендировать себя в интернете, как создавать странички, раскручивать группы, оформлять также. Создаем блоги, сайты, все это делаем на бесплатных сервисах для того, чтобы каждый человек мог продублировать. То есть люди приходят разные, у кого-то, допустим, имеется первоначальный капитал для того, чтобы там, например, купить хостинг, заказать сайт, а в основном люди все приходят зарабатывать, и мы их учим на бесплатных ресурсах создавать свои блоги и уже вести работу с ними. Кстати, сейчас ты сказал про приложение, которое разрабатываешь к Новому году, планируешь запустить. Кстати, там можно будет запустить в дальнейшем рекламу, как раз которая будет уже рекламировать непосредственно твой интернет-магазин, те возможности, которые ты уже будешь предлагать людям. Там также можно и как продукт, так и возможности ведения бизнеса уже продвигать. Ну вот, да, еще один дополнительный инструмент для работы. А так, в принципе, все инструменты мы даем в обучении. Это работа с соцсетями, с досками объявлений, со своими знакомыми, родственниками и так далее. То есть все шаблоны на первое время, как общаться, с кем общаться, где найти людей, все это мы предоставляем. С твоими людьми на первое время, пока ты еще обучаешься, пока в суть дела вникаешь, пока еще не можешь все рассказать все возможности, своими людьми будем общаться мы. Я, как я уже и говорил, мы заинтересованы в твоем росте, в скорейшем получении зарплаты, поэтому полностью будем помогать тебе, как и всем партнерам. После того, как я прохожу обучение, я приступаю к работе, допустим. Первоначальный заработок в размере каком? Смотри, Евгений, обучение у нас перед работой, обучение у нас как таковое, оно приветствуется, но не обязательно, что ты приступаешь к работе строго после обучения. То есть ты можешь уже проходить обучение и уже приглашать людей развивать полностью бизнес, развивать свой интернет-магазин. То есть ты параллельно сразу и обучаешься, и применяешь эти все полученные навыки, действия в ведении бизнеса. Какой доход первоначально?
опять повторюсь, все зависит от группового товарооборота созданного. То есть, если ты активно общаешься с людьми, если у тебя огромное количество знакомых, если ты будешь уделять много времени работе, соответственно, и поток людей в твоем интернет-магазине будет большой. Повторюсь, люди есть большое количество людей, которые за месяц выходят на зарплату в 20-30 тысяч рублей. То есть пришли, и через месяц у них уже настолько они выросли по карьерной лестнице, что у них доход уже на тридцатка. А есть люди, которые выходят за год на доход 100 тысяч рублей. То есть пришли ноль первый месяц, второй там чуть больше, третий чуть еще больше, соответственно, 12-й уже сотка. Здесь все индивидуально. 10% примерно от товарооборота, группового товарооборота, это будет твой доход. Сколько людей пригласишь, соответственно, каждый. Мы, основной принцип в нашем бизнесе – это только личное потребление. Никаких продаж, никакой беготни с каталогом. Личное потребление и рекомендации. То есть ты идешь уже в магазин за зубной пастой. Точнее, не в магазин за зубной пастой идешь, а покупаешь в своем интернет-магазине. Там зубную пасту и какие средства необходимые. Личной гигиены, если есть девушки там, косметические и так далее. То есть все основывается на личном потреблении. В нашем проекте огромное количество мам в декрете, которые сидят дома, и потом загорается у них такая идея, чему бы не разобраться, как можно зарабатывать в интернете. В итоге многое количество из них, кто присоединяется, из декрета просто не выходит. К тому моменту, когда у них декрет заканчивается, у них доход уже превышает доход на основном месте работы. Они оттуда увольняются и работают здесь. Соответственно, семейных пар у нас очень много, как вот мы вместе с супругой Лили работаем вместе, и также другие партнеры, огромное количество семейных пар. Рассказываем мужчинам цифры, как получить доход, из чего рассчитывается зарплата, а женщина уже у нас более так по продукции, рекомендации, всевозможные академии красоты и так далее. То есть уже такой больше на продукт нацелено общение. Ну, а мы чисто на бизнес. Ну, это интересный проект, мне нравится. Я хотел попробовать вот эту серию действий на данный момент. Так, хорошо, я сейчас тогда скину сайты, наш обучающий и сайт компании Oriflame, посмотришь тогда. Повторюсь, ни в коем случае сам не регистрируйся, и с тобой уже свяжется непосредственно человек, который пригласил тебя в нашу компанию. На данное собеседование записал, сейчас я посмотрю, кто это у нас. Это у нас Мария связывалась. Да, и она уже с тобой свяжется для дальнейшей регистрации, оформления в нашем... Да, хорошо, будем на связи. Рад был пообщаться, Евгений. В случае возникновения каких-либо вопросов обращайся, и рад буду видеть в нашем проекте. Спасибо, буду стараться. Хорошо. До свидания. Пока-пока, успешного окончания дня. Спасибо.